Всем привет, с вами Бесстрашный Мурвет, и сегодня мы начинаем проходить игру The Beast Inside, хоррор. Довольно вроде интересная игра, не такая уж прям новая. Ну, посмотрим, что у нас получится. Я уже немножко в него поиграл. Поэтому начнем сначала. Играть будем на стандартном уровне сложности. Тут головоломки вроде не такие сложные. Ну, посмотрим, что дальше будет. Где? Где я? За что? Господи, за что? Адам! Адам! Зачем ты преследуешь нас? Из-за работы Адама? Чего тебе надо? Зачем ты мучаешь нашу семью? Нет, Адам! Нет, что ты сделал с Адамом? Господи! На войне без потерь никуда. Нет, никакой войны, нет. Мы обычная семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить своей жизнью, но ты разрушил эту мечту. Фотографии, жучки, угрозы, а теперь ты убил моего. Не подходи, не смей. Они же знают о тебе, они наблюдали за этим домом, тебе не позволят. Тихо. Нет, что ты творишь? Что же ты творишь? Провожу линию фронта. Такая вот завязочка. Недели ранее. Старые добрые времена. Президент Картер на комментарии касательно советской угрозы. С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений. Да уж, будет трудно, но это ведь ты говорил, что ты хочешь выбраться из города, ощутить зов природы. Всего на выходные, родная, не на всю жизнь. А кто сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Серьезно, Эмма, мы не знаем ни какой сегодня день, ни сколько сейчас времени. А как хочешь, СМИ и так постоянно пугают нас ядерной угрозой. О том и речь, если я не разгадаю шифр, вся эта страна превратится в здоровенное ядерное гребище. Адам, хватит. А с другой стороны, может, это развалина обрушится на нас раньше, чем ребята Брежнева нажмут на красную кнопку.
Никакая это не развалина. Это дом тебе подарили родители. Ты должен быть им благодарен. Сам посмотри, выглядит даже лучше, чем на фотографиях. Наши вещи уже здесь. Эти ленивые грузчики даже не удосужились дождаться нас. Ничего, мы и сами занесем все внутрь. Ага, на деле я буду надрываться, а ты командовать, параллельно принимая душ. Три часа в дороге, и вот мы на месте. Здесь, кажется, тихо и спокойно. Может, я наконец смогу сосредоточиться и расшифровать эти чертовые телеграммы. Милый, не стой столбом, коробки сами себя не занесут. Поправочка. Здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма. Что мы знаем? У нас есть... Глава первая. Дом, милый дом. События происходят примерно в советское время до нас. 22 августа 79 года. И мы переезжаем в доставшийся нам по наследству дом. Игра довольно интерактивная. У нас есть диктофон. Насколько я знаю, игра примерно около 10 часов занимает, поэтому будем примерно, наверное, по часу играть. Посмотрим. Нужно затащить коробки внутрь. Нужно поставить ее на стол наверху. Коробка на месте. Пора красить стены. Кажется, на чердаке есть краска. Черт, не дотягиваюсь. Нужно найти, чем мне наставить лестницу. Я заплатил этим засранцам вперед, поэтому неудивительно, что они даже не потрудились поднять коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. Перевозки Саймон Санс. Дата перевозки 22 августа 79 года. ФИО клиента Адам Стивенсон. Адрес вызова Бостон, МА, Windmill Street 7. Адрес доставки Блэкстон, 13, Нью-Гэмпшир. Сумма $670. Услуга перевозки 8 коробок по 33 фунта. Плюс мебель, плюс ремонтное оборудование 170 миль в одну сторону. Подпись клиента Адам Стивенсон. Подпись представителя компании Добби. Добни. Возьмем. Отличная вещь. Ну, соответственно, мы можем некоторые предметы открывать, брать. В плане интерактива, в принципе, в игре довольно неплохо. Угу. Выглядит несчастным. Не переживай, дружище, у тебя есть крылья, значит, ты всегда можешь улететь в место получше, в отличие от меня. И здесь могут быть какие-то послания в некоторых фигурках. Ладно. Да, вот так вот и будем швырять все. Что здесь делает... Эдгар Аллан По, я не знаю. Не спрашивайте. Да вы издеваетесь, блядь. Адам, ребенок все слышит, даже в животике. Значит, он станет замечательным агентом, прямо как папочка. Родная, без ключа на чертовый чердак не попасть. Скорее всего, он в ящике в столовой. Пошли обыскивать столовую. Вот только ящик тут не один. Нет, здесь пусто. В столовой я ничего не нашел. Ой, прости, кажется, я оставила ключ в багажнике. Как обычно.
ты ключик. Так. Мало ли кто здесь может быть, лучше все делать это закрыть. Насколько возможно. Так, можем бегать, это хорошо. Так, найти краску. Угу. Статуэт танцующей пары. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Интересно, кому она принадлежала? Моей бабушке или кому-то еще? Конечно же, мы ее бросим. Ангел. Может, спит, а может, умер. Бедолага, жизнь его не пощадила. Сколько он здесь пролежал? Век, не меньше. У него нет ног. Видимо, кто-то уронил его, да не слабо. Минуту. Это кровь или краска? Давай еще раз его уроним. Нам нужна краска. Где взять краску? Надеюсь, там трупов в ковре нет. Так. Так, можно стекла поразбивать нахер. Шумно. Так. Как может выглядеть краска? Наверное, как краска. Чем не краска? Черт. А это что? Хлипкая половица. Под домом что-то спрятано. Нужно подпереть ее. Может, где-то здесь есть лом? Давайте искать лом теперь. Играем в найди предмет. Возможно, он где-то не на крыше. В смысле, не на чердаке. О, этот лом может пригодиться. Берем. Так, и здесь нам надо тянуть. Есть. Что ж там, клад? Надеюсь, не порно-журналы деда. Так, напомню, что мы играем за агента, который занимается шифровкой и расшифровкой. Я думаю, что тут как бы будет много загадок с этим связанных. Пергамент с шифром. Отрывок из записок о Гальской войне Юлия Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. Поворачиваем. Инициалы Юлия Цезаря. G равно C. Только почему здесь написано, что они равны? G точка равно C.
Ага. Ну, наверное, нам нужно совместить соответствующие буквы, что у нас было J равно C. J равно C. Вот так вот. Так, и у нас есть записка. Так, выделены буквы у нас M, H, P, A, O. M, H, P, A, O. Так, M, H, T, F. Эй. P это I. Эй. Что у нас там было? A. T. O это H. Face. Окей. Так. I have to break the cipher to open the box. Отлично. Так, что у нас здесь есть? Ключик. Интересно, что он открывает. И некий журнал. Принадлежит Николасу. 27 сентября 1864 года от Рождества Христова. Вечер, почти ночь. Раньше я никогда не вел дневник, но, говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличать факты от собственных выдумок. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening. Almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought. Так проще отличить факты от собственных выдумок. И вновь я дома, спустя 10 лет отсутствия. Дом, к моей радости, совершенно невредим. Отлично. Глава вторая, незваный гость. Другой крыши над головой у меня сейчас нет. Нужно зажечь свечи и осмотреться. Это спички. Отца нигде не видно. Ну что, я и правда рассчитывал, что он окажет мне радушный прием. Никакой леточки. Весточки за 10 лет. Дом производит странное впечатление, хотя он совсем не изменился. В темных закоулках моего сознания побуждается страх. Но причины я пока не понимаю. Однако воспоминания должны вернуться. Так меня заверили. Может, тогда я пойму, что произошло с моим отцом и со мной. Так, у нас есть дневник еще помимо. Так, нам явно здесь понадобится спичек много. Так, тот самый ангелок. Отец иногда оставлял его рядом с дверью в спальню. Это означало, что его нельзя беспокоить. Однажды я разозлил отца, и он кинул эту фигурку мне в голову. Кажется, ангел пострадал сильнее, чем я. Вот такая вот его печальная история. Так, что у нас здесь есть? Керосин. Керосин — это хорошо. Так, мы спички можем не только в свечках зажигать, мы можем, типа, сжечь их вот так, чтобы было видно. Вот так мы их тратим. Этого, наверное, лучше не делать. Ой, часы. Мама обожала ее. Это подарок от друга семьи, но моему отцу статуэтка пришлась не по нраву. Он воспринял ее как какой-то плохой намек. Страшные звуки. Это подарок от партнера моего отца. По-моему, его звали Джордж. Когда я был ребенком, судьба сыграла с ним злую шутку. И подумать страшно. Швырнем. Так. Все часы всегда страшная штука в этих фильмах и играх. Так, что у нас здесь есть?
О. Старая лампа. Такой пользовался мой дедушка, когда работал в шахте. Даже в те времена она была раритетом. Она считалась безопасной в использовании не только под землей, но и на поверхности. Теперь же лампа просто ржавеет, хотя еще работает и может мне пригодиться. Так, чтобы зажечь лампу, нажать F. Ну, она у нас тратит, соответственно, горючку. Керосин. Жуткий дом. Ага. Мой отец и его партнер несколько дней спустя после открытия передовой шахты. Здесь темно, зажгу свечи. Джейкоб Хайт и Джордж Уайтхед. 4 апреля 1840 года. А. Отлично. Так, предметы можно толкать. Тянуть. Так, где у нас свечи здесь? Нигде еще не пропустили. Блять. Простите. Наверху. Что там такое? Мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, сэр, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Вот так вот и решались вопросы в те времена. Мой отец знал, что под землей находится пирит, но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он и познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу. Какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь его уже не вернуть. Кстати, как конкретно у тебя дела с хоррорами? Нравится, не нравится? Или обходишь стороной жанр? Потому что есть люди, которые прям очень боятся такие вещи. Смотреть, играть, читать. Так, горючка нам нужна. Так. Здесь нам не пройти. Здесь закрыто. Что-то там наверху, да, по-моему, шумело. Мы так охрененное кресло отодвинули, мне прям нравится. Опасная вообще свечка. Знакомая статуэтка. До сих пор не знаю, зачем мой отец стал их собирать. Проклятый ветер, я же затворял окно. Эй, вы что здесь делаете? Это частная собственность. Конечно же, нам нужно срочно бежать смотреть, что это был за чувак. Безусловно. Эй, вы еще здесь? Нужно проверить. Он указывал на сарай, возможно, я там что-то найду. Мне, конечно, немножко мешает свет. Он атмосферу портит, но иначе меня вообще не будет видно на камеру. Ну, как есть. Так, мы, наверное, сразу керосина зальем. И использовать. Так. Дырявая бочка. Странно, внутри горит свет, но дверь заперта. Может, найдется чем разрезать цепь? Пошли поищем. Пойдет. У меня нет ног. Что за звуки? Вы готовы, дети? Не смотрим, не смотрим. Да что же здесь происходит? Чудовищное преступление потрясло миролюбивых местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести.
Учитель проявлял необычайную жестокость. У жертвы было перерезано горло, по всему телу обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. Жесть. Берем. Жесткое убийство здесь? Джон Нортон? Это имя где-то я слышал. Так, ну здесь что-то непонятное под тканью. Еще гром охрененный. Это шляпа моего отца. Бейсмент, подвал? Это что, какая-то подсказка? Нужно... Вы видели? Вы видели, здесь кто-то стоял? Мне же не показалось. Не хочется мне гоняться этим бродягой глухой ночью. Пойду-ка я в дом. Подвал. Ночью. Страх изобрели, видимо, позже, да, в 70-х годах, как бы, страха не было. Блять. Что, вы сами сюда вошли? Эй, вы что, глухой? Я с вами разговариваю. О, господи. Если я кому-то об этом расскажу, то меня запрут в психлечебницу. Опять свечи потухли. Свечек. Пичек так на вас не хватит. Жесть. Да, конечно, мы вот в такой обстановке разглядываем фигурки, точно. Отец никогда не умел выражать свои эмоции, но когда ему было грустно, он брал это в руки этого ангела. Какой-то он странный. Поэтому давай мы его швырнем, правильно. Что еще мы должны с ним делать? Это было страшно. Считаем испуги до инфаркта. Так. Ну, я так понимаю, нам сюда. Не очень хочется, конечно. Ну что делать? Картина здесь просто шикарная вообще. Это поднятие вверх не очень. Откуда это столько крови? Так, и знаете, наверное, надо добавить еще керосинчику. Мы просто обошли, получается, с другой стороны. А может, не стоит? Это, по-моему, плохая идея, не? Нет, мы бесстрашно пойдем туда. Резанем цепь, откроем дверь, в которую долбятся. Посмотрим, хорошая ли эта идея. Я тебе сразу скажу, нет, не хорошая. Я не люблю, когда в ужастиках чисто скримеры, когда обстановка еще нагнетается хорошо. Скример, в принципе, работает. Пойти по кровавому следу. Точно, это лучшая идея. Господи, конь. Бросить. Так, керосин нам нужен. Первая реклама гостиницы моего отца. Он тогда сказал, мы справились, сынок. Гостиница Hillside Inn открыта. 40 комфортабельных комнат. Райский уголок в самом сердце горной деревушки. Вкусные обеды. Неподалеку от знаменитой перитной шахты Кэролайн. Будем рады вас видеть. Берем. Все берем. Инвентарь резиновый, судя по всему. Не дается вытащить. Тут еще вот лампа стоит, что бы не взять. Да хватит там шуметь. Я тут хожу, осматриваю. Вообще конь пугает. Че он смотрит? Ммм,
Дайте угадаю. Наверное, нужно ползти сюда, да? Красота. Блять, картина эти, блять. Крови. Хорошие наушники. Звук переходит с уха в ухо. Красота. Может быть, есть другой вход? Например, вот этот. Ножницы с проржавевшими лезвиями. Они очень старые, до сих пор рабочие. Что с ними будет? Черт, не открывается. Может, в моем чемодане найдется что-то, чем можно открыть эту дверь? Нужно пробраться отсюда. Остается надеяться, что это не кровь моего отца. Здрасте. Мне мерещится. Да, точно. Ты галлюциногируешь. Короче, вы поняли. Да ёб. Ничего странного, да? Что это за чертовщина? Похоже на корни? Нужно избавиться от них, прежде чем уходить из подвала. А то, что они вообще появились, тебя как бы не смущает ни капли, да? Как подходящие ножницы мы взяли, вот прям вовремя. Что бы делали, если бы не взяли? Может, мы их с собой возьмем, хоть отбиваться будем? Он наверху. Что ему надо? А, часы. Кто-то копался в моем чемодане? Где мой чемодан? Где мой чемодан? Вот мой чемодан. Понятия не имею, зачем я его взял туда, где провел последние 10 лет. Я даже не помню, какого он замка. Бу. Здрасте. Вы кто такой? Отойдите. Слышите меня? Держитесь от меня подальше. Мистер Шляпник. Джек-потрошитель. Я и представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Эммой решили переехать, таит столько секретов. Я нашел на чердаке под половицей дневник некого Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, происходили эти жуткие события на самом деле, или это все бредни того самого Николаса. Черт, а остальные страницы кто-то вырвал. Видимо, их там не так много было. Недолго чувак прожил. Странно, я был на чердаке и... Нужно показать дневниками, вдруг заинтересуются. Родная, ты не поверишь, на что я нарвался. Эй, Эмма, ты меня слышишь, Эмма? Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Я рыскал по чердаку и нашел вот этот... Кстати, электричества нет. Дневник, что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал. Почини его, пока не стемнело. Здесь нужно вести порядок. Чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Но ты сам это понимаешь, верно? Подвал сходить. После прочитанного только что. Да-да-да, хорошая идея. Лучшая просто. А что с ней? Говорит со мной, как будто я на клумбу его матери нассал. Да. В подвале темно, хоть глаз выколи. Мне нужен фонарик, может, на чердаке найдется. Там полно всякого хлама. Мама здесь выросла, но мало рассказывала о своем детстве. Она думает, что нам с Эммой будет здесь хорошо, и я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребенка в Бостоне.
Адам, наш дорогой сын. Этот дом очень давно принадлежал нашей семье. Его даже иногда называли пристанищем Стивенсона. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его продаст, как и собирался. Но, к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь вы с женой сможете поселиться в этом доме и вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучшее место, чтобы пустить корни и не найти. Заботься об Эми хорошенько. Мы заглянем к вам в следующем месяце, если мое бедро не расшалится. Мама. По скриптум, твой папа считает, что должен выбрать имя вашему ребенку. Без понятия, почему он так на этом настаивает. Совсем старый стал, наверное. Хочешь оставить какое-нибудь наследие. Но не суть. Ты, главное, сделай вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. Я не пролистал, не провращал. Слава богу. Я теперь работаю удаленно. Мне больше не нужно ставить будильник на 6 утра. Удаленная работа в 70-х годах. Выбросить будильник. Я где-то видел фонарь. Старый на рабочий, с очень мощной лампочкой. Ну, пошли смотреть электросчетов в подвале. Хочу акцентировать на этом немножко внимание. Что мы должны будем сделать? Да будет свет. Миленькое место. Господи боже. Да, он действительно страшный. Да, лошадь будет мне в кошмарах сниться. Пусть тебе в кошмарах будет другое сниться после прочитанного тобой. Да нахер телек. Чё у нас здесь есть? Вещь очень старая, но в отличном состоянии. Так что, возможно, смогу сломать на ней парочку русских шрифтов. Взломщик юный. Готов поспорить, звук этих часов напугал немало людей. Это точно. Может, сразу топорик возьмем, я не знаю. Ну, вот как-то нерассудительно. Лом. Где предохранители? Ой, ползти не надо, какое счастье. Но здесь теперь стена. Странно, одного не хватает. Его что, специально вытащили? Ключ от сарая возле дома кажется очень хрупким. Возможно, запасные предохранители есть в сарае. Ну, пошли. Привет, лошадь. Музычка, огонь. Уходя, уходи. А теперь скажите, для кого будет препятствием вот это вот? Точно, туда надо идти. Вот именно туда надо идти. Вот 100%. Там, где есть отпечаток красной руки. Так. Открываем. Черт, здесь нет предохранителей. Естественно. Что за... Что это? Окровавленная рубашка? Причем кровь, похоже, свежая. Как она здесь оказалась? Замечаем странности. Зачем Эми приносить сюда барахло из моего кабинета? Инструкция по работе с локатором. Я в этом ничего не разбираюсь, но автор думал, знал, что о чем пишет. Квантовый локатор позволяет проводить углубленный анализ кинетической энергии, которая остается в так называемых квантовых средах. Это позволяет идентифицировать силуэты людей или других живых организмов, чье прошлое присутствие в данном фрагменте пространственно-временного континуума оставило заметанное скопление волн и частиц, квантовые облака.
Оснащенный двумя сверхчувствительными датчиками, прибор может обнаружить как электромагнитные, так и квантовые следы. Электромагнитный датчик, благодаря специальной встроенной катушке и сверхчувствительному датчику, локатор может обнаруживать металлические предметы на расстоянии 10 метров с точностью до 0,01 сантиметра. Квантовый датчик. Невероятно чувствительный датчик частиц, благодаря инновационным технологиям, может обнаружить квантовые следы, оставленные живыми организмами. ONC-дисплей. Экран, позволяющий пользователю обнаруживать крупные кластеры квантовых облаков. Генератор импульсов. Выдает сильный импульс, который улавливается датчиками. Позволяет находить металл и аномалии. Квантовый сканер позволяет стабилизировать квантовые облака и выявлять любые аномалии, которые могут вызвать помехи. Название «Квантовый локатор», датчик электромагнитный квантовый модуль, улучшенный ONC-дисплей, лазеры 2 ферголитиевых лазерных модуля, импульс-сканер, импульсометр Mark II, время жизни больше, меньше 12 тысяч часов, вес 420 грамм. Сзади ничего. И теперь. «Квантовый локатор» помогает обнаруживать, проводить анализ так называемых квантовых следов. Мы про него, в принципе, прочитали, да? Использовать локатор на практике мне пока не доводилось. Нам приказали носить его на всякий случай. Лучше бы выдали пистолеты, а не еще одну хреновину от умников из ЦРУ. Как мы думаем? Что мы будем делать дальше? Черт, Эмма, я чуть со страху не обосрался. Ну все, открывай дверь. Эмма, родная. Куда я? Поздно. Поздно? Ты еще разные кнопки жать. Да что ж ты? О! И нет Эммы. Что-то не так. Может, локатор поможет разобраться, в чем дело? Так, как нас там учили? А теперь давайте вспомним, зачем мы пошли в сарай. Для того, чтобы найти выбитую либо забранную пробку из щитка. И тут мы находим некий локатор. Игрушку. Нажмите X, чтобы взять и убрать устройство. Локатор позволяет обнаружить электромагнитные и квантовые следы, квантовые облака. Этот значок означает, что неподалеку находится облако. Если не ошибаюсь, этот прототип может обнаруживать следы человека, который раньше был в этом месте. Сильное поле квантовых частиц, немного удачи и наука, и я смогу увидеть силуэт человека из прошлого. И у меня возникают вопросы. А как это все между собой связано, в принципе-то? Мужик нашел игрушку и типа наплевал на то, что ему нужно починить свет. Пошел играться с игрушкой. Надо следовать за локатором. Зеленая линия у границ экрана указывает на направление цели, а числа — это расстояние до ближайшего облака. Я на месте, теперь нужно использовать импульс, чтобы появилось облако, а затем его просканировать. Локатор что-то нашел. Здесь кто-то был. Похоже, он оставил тут свою одежду, и она вся окровавлена. Попытаюсь найти больше следов. Нужно узнать, что здесь произошло. Предохранителя нет. Повсюду окровавленная одежда. А в сарай, кажется, кто-то проник. Очень подозрительно. Поэтому я должен взять локатор и пойти искать призраков или отметки прошлого. Нужно использовать импульс, чтобы квантовое облако проявилось, иначе я ничего не увижу. Я нашел источник сигнала, но не могу снять показатели. Похоже, рядом сильная аномалия. Облака по природе нестабильны, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить. Обычно они находятся поблизости, чтобы облегчить себе поиски. Щелкните правой кнопкой мыши. А вот и аномалия. Нужно зарядить локатор и выстрелить в нее. Чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее электромагнитным импульсом из своего устройства. А затем отпустите, чтобы выстрелить электромагнитным импульсом.
Подсвеченный участок вокруг экранного кадра указывает, насколько количество аномалий, которые необходимо уничтожить. То есть, грубо говоря, у нас одна аномалия. Нужно сделать вот так. И вот так. Готово. Теперь можно стабилизировать облако. Получилось. Выходит, недавно здесь кто-то был и воспользовался вот этой веревкой. Попытаюсь найти больше следов. Локатор обнаружил сигнал, значит, поблизости еще одно квантовое облако. Может, там где-нибудь предохранитель обнаружит просто этот локатор? А так все хорошо начиналось, да, про всяких странных призраков. Похоже, он поднялся наверх. Как много крови, ведь она даже не высохла. Не знаю, что здесь случилось, но это явно произошло недавно. Следы ведут за ворота. Пойду посмотрю. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое, когда проходил через эти ворота. Наверное, труп. Пара досок расшатана, пытаюсь их отломать. Давай, у тебя получится, я тебе верю. Грубо говоря, нас обучают механикам игры, когда прошло уже там 45 минут игры. Нет, конечно, перелезть через дерево мы не можем. Такой красивый квадратный срез. Ну, локатор смысла нет таскать постоянно, потому что он будет пищать, когда что-то вокруг нас будет. Угу. Давай-ка спрыгнем. Хрен знает куда. Кровь еще не высохла. Пойду по следу, может, кому-то нужна помощь. Черт, заперто, намертво заперто. Похоже, там кто-то или что-то висит. Неужели это... Черт, чуть не обосрался. Надо посмотреть, что обнаружил локатор, прежде чем двигаться дальше. Что, у нас там опять где-то аномалии летают, да? Так, ну здесь веревка, это непреодолимое препятствие просто.
Интересно, далеко можно уплыть на этой лодке? Учитывая, что здесь какое-то озерцо. Я человек простой, вижу коробку, подвигаю. Что-то белым помечено места, где можно прыгать, походу. Обнаружена аномалия. Давайте искать аномалию. Минус один. Да, немножко наперед стрелять. Минус два. Судя по звуку, еще где-то есть. А вот. Точно так же локатор показывает, куда смотреть. Месть. Кто он такой? И что он здесь спрятал? Охотничий нож. Видимо, он недавно воспользовался, а потом спрятал здесь. Возьму его на всякий случай. Пора возвращаться в амбар, может я найду боковой вход? Пойдет. Нужно попробовать пробраться внутрь. А мы куда идем? Развлечение. Удачно, что я забрал с собой веревку с крюком. Надо это сделать снова. Если бы не забрал. Там туша какая-то висит. Господи, кто мог сотворить подобное? Точно не браконьер, скорее какой-то ебаный охотник-садист. Там, походу, бомба. Секунду, это пикание. Звук как будто доносится изнутри. Это олень подвешен на веревке. Может, я смогу забраться наверх, спустить его? Так, у нас есть лестница. До которой мы не достаем. Все, крюк можно забрать. Так, ну, в принципе, здесь можно было бы запрыгнуть. Чтобы разрезать такую цепь, понадобится болторез. Пойду поищу. И он, конечно же, откажется на месте. Прям вот прям как кстати, да? Все. С легкостью разрежет любую цепь. Забираем. Могу залезть на ящик, чтобы дотянуться до лестницы и забраться наверх. Да, что я говорил про коробки. Вижу коробку, тащу и влезаю. Веревка уже была порвана. Замедли?
Висела она в сопле на самой. А, все, нож свою типа роль сыграл, больше она мне понадобится, окей. Будем копаться в туше животного. Рукой так. Ху! Пиздец, сейчас блеванул. Ну хорош уже, вытаскивай. И внезапно. Что это за оборудование? Почему оно оказалось, блять? А что если за нами след русские? Вот и предохранитель. Выходит, уебок, выпотрошивший оленя, был на нашем доме, а в нашем подвале. Что это, если не угроза? Ну, зато я нашел сраный предохранитель. Пора вернуться в подвал и включить электричество. Предохранитель выглядит старым. Не нравится мне это. Судя по всему, псих, который скромсал оленя, был в нашем доме. Предохранитель выглядит довольно старым, но работает как надо. Кто-то его вытащил, но зачем? И что за прибор к нему прицепили? Какой-то жучок. Дверь открылась. Дверь открылась. Похоже, как раз у нас первая часть закончится на том, что мы... Помню, раньше здесь были ненормальные детишки, заигрывавшие с оккультизмом, но вряд ли это их рук дело. К тому же внутри оленя нашел военное оборудование. Видимо, местные решили оказать новым соседям радушный прием. Остается надеяться, что они не разделывают нас как на индейку на День Благодарения. Срочно в подвал. Я там так давно не бывал. Включи фонарь. Хоть. Добавить свет. Кажется, электричество заработало. Интересно. Хотя, может, все это мелочь, а я просто перечитал по... Ну, я свое время дело сделал. Пора возвращаться под каблук Кэмми. Сейчас ведь только третий месяц. Неужели так будет продолжаться до самых родов? Есть такая вероятность. О, господи, женщина, ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Успокойся, ладно? Интересно, тут жил какой-то волшебник, ага? А то, Гарри, сука, Гудини. Может, он так не смог выбраться из этой шляпы. Слушай, а где ты ее нашла? Я недавно читал о такой. Наверху. А теперь смотри внимательно. Если из нее выскочит кролик, хочу, чтобы мы сделали из него рагу. А-да! Умно. Решила задобрить меня магией? Ну, из чего начнем? Время делать ремонт. Какое-то время спустя. Коробка полная кэша. Родная, мне что, напомнить тебе указания доктора? Да ты и так постоянно это делаешь, но мне не обязательно сидеть без дела целыми днями. И все же в твоем положении... В моем положении ничего страшного, я всего лишь беременна. Ну, как скажешь. Ну, позвольте мне. Раз не позволяешь помочь, буду мучить тебя вопросами. Ты уже звонили с работы? Нет. А ты дал им наш новый номер? Родная, это правительство, уж поверь. Они даже знают, что ты ела на завтрак. Боже, как это жутко. Ты когда-нибудь хотел заниматься чем-то, кроме криптоанализа? Да, криптовалютой. Еще до того, как вступил в ЦРУ. Чем, например? Никогда не думал о работе, где не пришлось бы отвечать за миллионы жизней. О работе, где шпионы и двойные агенты не следили бы за каждым твоим движением, окружающим можно было бы доверять.
Да не то чтобы. К тому же, тебе-то я могу доверять, верно? Тебе не кажется, что его нужно немножко в краску опустить? На что смотришь? Можешь передвинуть этот комод. Кажется, за ним что-то есть. Страшная, жуткая картина чувака в шляпе. Господи, теперь жалеешь, что напялил эту шляпу. Интересно, кто этот парень? Может быть, если мы повесим ее в спальне, он придет нам во сне и все расскажет? Я не уверен, что вы хотите. Сначала я повешу тебя. Ладно, ладно, прости, дружище, но ты отправляешься в подвал. Для джентльмена из предыдущего столетия лучшего места и не придумать. Туда тебе и место. Несколько дней спустя. Уже ремонт сделали практически во всем доме. Может, даже во всем. Черт, наверное, звонят с работы. Ну что же, на этом месте мы, наверное, остановимся. Наверное, час как раз прошел. Пиши в комментариях, что думаешь об игре, что думаешь о самом прохождении. Может быть, напиши что-нибудь про любимые ужастики, про какие-то игры, которые тебе нравятся. Ставь лайкосы, подписывайся на канал. Никогда не помешает. И пока-пока.